Всем здрасте. Как всегда, рад приветствовать на другой жизни. Разведка продолжается. Давненько мы хотели приехать в одно место. Теоретически здесь должны быть песчанички. Там находится урочище. Там тоже находится урочище, но нам это не нужно. А здесь вот через этот лес шла старая дорога. Она и сейчас как бы есть, но она шла чуть-чуть глубже. Что мы, в общем-то, и хотим посмотреть. Ну и хотели, в принципе, и заехать вот в эти места, посмотреть, как здесь с накатами. Накаты здесь прекрасные, охотники здесь трудятся, лесники, егеря. Все здесь замечательно, поэтому в ближайшем будущем, я думаю, что будет еще вылазка там дальше. У нас вот за тем урочищем у нас берега реки классные. Старые реки. Туда надо будет обязательно поехать и посмотреть. Вот. Ну а сейчас, что я вам могу сказать? Сейчас добро пожаловать в лес. Ну вот, отошли от машины, выкопали пару пачек, убрали. Ну и первая находочка, вон она в наростиках. Ну, империя. Глубоко. Как вы видите, ну полштыка где-то, Николай II. Пол копеечки. Очень себе замечательно. Трикс. Следующий сигнальчик. Под корнем. К сожалению, сломанный. А так бы был бы в сохранчике. Такой вот крест. Замечательный. Видите, как получается. Двигаемся мы не по дороге, как мы и хотели, а наоборот. Ну, грубо говоря, по перпендикулярно от нее уходим в сторону урочища. Здесь поле было когда-то заросло, а здесь леснина край. Крестик целенький, лепесточек. Изумительно. Гнутенький маленько. Но это не страшно. Главное, целенький. Фокус-то куда делся? О, такая находка. Показать хочу. Выворотень какой. Обалдеть. Дерево в обхвата, наверное, в два моих, если не больше. Вот так вот лежит. Здесь какой-то накат был когда-то. Вот он уходит. Вот советский. А, ножички я нашел, сейчас покажу. Та-та-та-та-та-та. Где он у меня? Сейчас. Тут, в принципе, старая весточка. Вот. Ну, вы поняли, о чем речь. Что? Я тут. Вот. Таким вещам вот мы пытаемся найти что-то интересное. Движемся дальше. У нас был сигнальчик. Где-то полштыка, наверное. Так, выскочила забавная находочка. Такое вот обломанное кольцо. Есть доля вероятности, что это браслетик был когда-то. Вот. Ну, может быть и нет, не знаю. Забавно. Вот такое. Вот оно сломано. Так. Продолжаем прозванивать лесок. Кусок конской упряжи, такая вот хреновина. Вот. Ну и очередной ножичек. Было что-то здесь в те времена. Ходили они. Наши предки славянские. Закапываем ямку. Идем дальше. Непонятно, то ли это похоже все-таки, что это современное. Что-то. Ну, хрен его, значит, посмотрим. Ну, потому что вот здесь вот дырка. Короче, нашли какую-то хреновину неизвестную. Смотрите. Хрен его знает. Сейчас. Тули. О, я не стыскал. Там все звонит, как вы. Что это сердечко, такое? Сердечко, блин. Непонятно что. Непонятно. Надо искать остатки. Ну да. Я не знаю, но что-то не современное. Не современное. А дырка на современную похоже. Это осколок. Дырка. Не, ну вот здесь вот дырка. Ну дырка-то пробита. Пробита.
Вот. Ладно, мы сейчас здесь покрутимся, потому что там был ножичек. Мы с чего и наткнемся. Какую-то фигульку еще нашли, бубенчик непонятный. Ну, такой осколочек. Что здесь, не ясно. Решили сходить, короче говоря, на урочище посмотреть. Вылезли из леса, кончился он. Там поля дальше какие-то начинаются заросшие. Удивительная чистота. Накат советский. Прям даже приятно. Пробок нет, ни хрена нет мусора. Вообще. Железочки. Железо иногда попадается, и все. Прям чистота. Очень стерильно. Да, и красиво здесь очень. Такая аллейка. Да. Ладно, 400 метров вперед, а потом к машине уйдем. Разведка. Но все равно сегодня нашли что-то, в принципе. Не знаю, что это такое. Бьем дорогу, идем туда, на урочище. Какой-то кругляш. Непонятно, что это. Вот. Звонил, аж прям 31. Здесь где-то должен быть выезд, откуда мы... Вот, вон он, лес за березняком наш, по которому мы ходили. Здесь было где-то ответвление, но где что-то мы найти не можем. Вообще непонятно. Вообще это монета. Вообще, а почему она белая? Она... Вот, вот. Конечно, она мертвая просто. Она просто мертвая. Это серебром. Копейка. Это копейка с серебром 42-го года. Просто она... Блин, а так звонила. Ух, убитая какая. Ёж ты ж моё. Ну, она очень глубоко была. Глубоко. Я и конину сейчас достал где-то, наверное, со штыка. Такую блин, крупную. Да. Все. Блин, да, сохран здесь, конечно, печалька. В лесу-то нет. Другой. Здесь поле было. Следующий сигнальчик, да, выпрыгнул советик. О, слушай, так живой. Покажу, полкопеечки 27-го года. Вот она какая. А чё ж Николашка тогда не сохранился? Может, навоз попало. Ну да. А может, при жизни затёрто. Идём дальше. Вот мы и дошли до урочища. Видите, куча огромная. Вот это, скорее всего, изгребали её. Вон тоже. Короче, вот здесь она была. А когда она пропала, я не помню. Надо посмотреть. Советское, не советское время. Да, здесь накаты здесь прямо, я говорю. Что только троллейбусы не ходят. Вон. Мы как бы сюда-то не собирались, но решили все-таки пройти, прогуляться, посмотреть. Посмотрим сейчас. Это мне подсказывает, что мы завтра опять сюда поедем. Короче, посмотрели до реки, вот туда дальше 700 метров. Это по карте старая дорога шла на другую деревню. Сверху. Прям сверху. Блин, потерял слоник. Сейчас покажу. Оп. Вполне себе замечательно. Уже темнеет. У нас времени очень мало. Забавные здесь места. Пуговка. Копнул. Пау. Замечательно. Вот такая красотулька. Вверх ногами что ли лежит сейчас. Сейчас. Вот. Михаил Федорович. Собственной персоной. Коняшечка. Все читается. Ну, конечно, подзатертая при жизни. Москва. Замечательно, ребят. Просто замечательно. Она, конечно, закипела. Закипела, Люба, да. Пряжечка зачетная. Кто знает, в комментариях напишите, пожалуйста. Может, кому попадалось подобное. О! Интересно. Какая-то. Заманчиво. Будем завтра сюда прорубаться. Мы же на машине-то не доехали. А что, пруд? Не знаю, какая-то лужа. Лужа. И бруствер идет вот это вдоль нее. Не вдоль нее, а на нее прям. На нее. А, ну лужа.
Лужа и лужа. Вот рядом. Рядом, ладно. Интересно. Вот и все, други и подруги. Нагулялись, разведка удалась, я считаю. Находки вы видели, их немного, но они есть. Неожиданно удивило, приятно, чешуя Михаила Федоровича. В разведных выходах очень нечасто чешуя выскакивает, она же, его званивать надо. Вот, я думаю, что сейчас прошли, короче, по этому накату. Ну, есть такие пару жопных мест, но это херня, проедем. В лужу чуть не грохнулся, точнее грохнулся. На край лужи упал, поскользнулся, пока шли. Вот. Ладно, завтра попробуем сюда проехать подальше и от этого урочища двигать в сторону реки на холмы. Холмы здесь старые, ножички в лесах попадаются. Это хорошо. Это междуречье. Если найдем что-нибудь такое интересное, то будет бомба. Ладно. Ставьте пальцы, как говорится, ритуалы. Делитесь видосами, если сложно. А нам полезно, нам пригодится всегда. Вот. Спасибо, что с нами погуляли. Мы вам все показали. Всем здоровья и до скорых встреч.